Судебный пристав вглядывается в монитор ноутбука. Теперь поиск должников на дороге выглядит именно так. А еще год назад в ходе рейдов приходилось останавливать каждый автомобиль и проверять его вручную на наличие неоплаченных квитанций по базе данных. Теперь это делает умный помощник – аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Специальная камера сканирует номера машин, которые двигаются в потоке, и тут же пробивает их по базе. На все про все несколько секунд. В компьютер сливается база злостными нарушителями, подсоединяется к камере и таким образом фотографируются госномера транспортного средства. Она буквально моментально срабатывает и выходит окошечко госномера транспортного средства и буквально 3-4 секунды даже не проходит. Если владелец машины имеет задолженность, система выводит данные должника на экран монитора. Инспекторы ГИБДД останавливают указанную машину, после чего судебные приставы прямо на месте начинают работать с должником. Хозяйка вот этого авто, дочь этой женщины, оказалась крупной должницей. А можете ей набрать? Я ее маме могу набрать. Давайте. У нее просто здесь кредитные платежи на общую сумму 274 тысячи. Владелица машины лишится на какое-то время возможности сесть за руль своего авто. Судебные приставы забирают автомобиль. У должника есть 10 дней, чтобы расплатиться по счетам. В противном случае его продадут в счет погашения долга. Мы выявляем, именно отдел по взысканию административных штрафов по городу Сочи, выявляем на задолженность именно штрафов ГИБДД. Дальше сотрудниками других отделов судебных приставов также выявляется задолженность по кредитам, по алиментам, задолженность по водоканалу и других ЖК-услуг. После встречи с судебными приставами на дороге должники оплачивают квитанции гораздо охотнее. Ну а сам дорожный пристав за год работы доказал свою эффективность. Данный аппаратно-программный комплекс закуплен администрацией города, находится на балансе МКУ управления автомобильных дорог. При осуществлении рейдов судебные приставы обращаются к нам, мы им выдаем на период осуществления рейда данный дорожный пристав. И также после окончания рейда они его нам возвращают. Количество подобных рейдов до конца года будет увеличено, чтобы в Новый год сочинцы вступили без долгов и ненужных проблем. К слову, дорожного пристава автомобилисты могут встретить в любом уголке курорта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.